Хальма Асмата Леман. Сегодня у нас новогодний турнир 2022. Третья часть первого раунда. Сегодня опять сражаются. Сегодня сразятся 20 рандомных боев, 10 бит и только 10 победителей. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Подставьте лайки, подпишитесь на канал. Мы идем к цели 1200 подписчиков до конца нового года. До начала, до конца этого года. Ну что, первые я решаю, и первые два рандомных Б, это Чёрзет Спрайзабл, Чёрзет, ой, против Дред Бахамута. Спрайзабл в левый режим. Бахамут Чипон Джен. Это верхушка от Такаратона, которая попалась в недавнем, ну как да, месячном, месяц назад, вроде бы нам было. Ой, надо хорошо. И Бахамут победил. Ха, молодец, Бахамут победил. Спайзер на выносливость. А вот он защита. Бахамут побеждает. И следующие два соперника это... О, мой Экскалиус против Дес Диабло, точнее. Ну ладно, давай попробуем Экскалиус тебя запустить вообще. Ой, ой. Не тебя. Выбивание Слинга, где Диабло повредил. Баст финиш, победа за Дэд Диаболоса. Джокер или же Фёрст Уран. Погнали. И у нас победа. Побежает Джокер. Победу. Ура, победил. Молодец. Волбург и Регалия Дженкинс. Окей, ладно. Хотя нет, это тоже нечестно. Больше что разница большая в поколении. Будет хотя бы разница в твар. Ребята, я ему клянусь, это рандомно. Битва между Хасбро и Такаратоми. Кто сильнее из этих Найтмеров Лонгинусов? Я рандомно их вытащил. Хасбро получает один балл. Мне это не нравится. Томми побеждает. Империал Фониус и Регалия Генсис.
Надо мне еще один лаунчер заказывать. Динамит. Корнелов победил. Он выкинул регалию. Ладно. Следующие бойцы это такие. Победа, да? Вандер победа. Он взорвал этот. Так, у нас с РГЛ 6 боев было. Следующий это Jet Wyvern и Infinity Hydra 5 Axel. Блин, я думал, Вайвен пойдет дальше. Ну, ладно. Вайвен проиграл. Регалия Дженсис и Дед Хэдис. Спасибо большое, Регалия. Хэдис раунд. Хэдис раунд. Ой-ой. Хэдис победа. Следующие бойцы это Сайклон и Гидра. Циклон победил. Так, Циклон победил. И у нас остается финальный раунд сегодняшнего ролика. Это Blue Dilogius и Go. И как там? Betamos. Вот как бы тут очевидно. Сегодня победил у нас Лонгинус, Рактавор, Форнеус, Валькирия, Гидра, Дэдхэдис, Лонгинус, Уранус, Бахамут и Диаблос. Подождите, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Анатолий Мон. Всем удачи и всем пока.